Я хочу сказать слова благодарности организаторам. Организаторы концерта являются Министерство культуры Российской Федерации при поддержке творческого объединения VIP-концерт и Art Beat Music. Информационная поддержка портала artjazz.net. И весь сегодняшний концерт в прямом эфире транслируется на livemusic.pro. Так что привет всем, кто нас видит, слышит. Я в течение концерта, я сегодня впервые веду в качестве ведущего, мне очень страшно. Я хочу сказать, что в течение всего концерта я буду периодически выходить и представлять музыкантов не только с точки зрения их музыкальных заслуг, но и я задала перед началом концерта каждому из них по три вопроса из знаменитого опросника Пруста. Потому что я думаю, что всем очень интересно узнать, чем же мыслит, чем же, как же живет тот музыкант, который будет здесь на сцене. Потому что все-таки то, как он играет, это, конечно, очень связано с тем, как он живет. Я думаю, это будет очень интересно всем. Итак, на сцену приглашаем Михаила Мугуча Сурджана, гитара. Нет, мы же все вместе. Армен Мирабов, клавишные. Антон Давидянц, бас-гитара. Григорий Арапетян, барабаны. Окей. Я удаляюсь. И остальных музыкантов я представлю чуть позже. Конечно, я спою обязательно. Ты будешь играть сейчас? Вартан Бабаян, перкуссия. Спасибо. Михаилом Сурджаном, Мугучем Сурджаном. Это легендарный музыкант, старший преподаватель Нижегородской консерватории Московского эстрадно-джазового колледжа, организатор известного фестиваля «Многоликая гитара», на который, кстати, в 2003 году Антон Давидянц в тандеме с Федором Дасумовым взяли гран-при. Заслуженный работник культуры, лауреат всероссийских и международных фестивалей. И вы знаете, что он мне ответил на три моих вопроса? На первый вопрос, какова ваша самая отличительная черта, он сказал, я замечательный. На второй вопрос, какого вашего современника презираете больше всего, он ответил, людей, которые занимают не свое место и мешают достойным. И на третий вопрос, ваши любимые имена, он, конечно, сказал Гор и Ева. Я, в свою очередь, счастлива сказать, что я знаю Гора. Это действительно поцелованный музыкант. Это двое детей, Гор и Ева, которые тоже в музыке, которым 7 футов под кино. Да? Боже, откуда я это взяла, не знаю. Все, встречайте, спасибо большое. И обязательно присоединиться, на сцену выйдет легендарнейший Алик Захарян, саксофон. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли нас посетить. На самом деле для меня это очень такое замечательное событие, что я впервые за много лет участвую в какой-то армянской вот такой тусовке. Спасибо, вы тоже пригласили.
Thank you.
что он в свое время являлся солистом легендарного оркестра Константина Арбеляна, который, кстати, в 1975 году был первым оркестром, джазовым оркестром, который поехал с гастролями на родину джазов, да, в Соединенные Штаты Америки. Также я пару слов все-таки скажу, недаром я задавала все эти вопросы. Вам же интересно? Также Олег Закарян сотрудничал с такими музыкантами, с множеством, ну, сами понимаете, и с Алексеем Кражбовым, Олег, Арсенал, и с Николаем Левиновским, группа Аллегра, и множество совершенно соцветий, можно сказать, которые обожали играть с Закаряном. На три вопроса он тоже мне ответил. О чем вы больше всего жалеете? Он сказал, что не жил в Америке. На второй вопрос, где бы вы хотели жить? Он сказал, в Америке. И на третий вопрос, ваши герои в реальной жизни? Он ответил, Майкл Брекер, который умер, к сожалению, 3 года назад. А вообще, сказал он дальше, мои друзья, ребята, вот. А я продолжаю.
Я очень хочу еще раз аплодисменты Фаре Закарян. И обратите внимание, я уже говорила об Антоне Давидянце, бас-гитаре. Я уже говорила, что в 2003 году на фестивале «Многоликая гитара», который, организатором которого является Мугуч Суржан, Антон завоевал гран-при. Вообще, Антон — это, вы сами знаете, сами все слышите, это виртуозный совершенно музыкант, действительно виртуозный. И у него очень много проектов, в которых нуждаются в нем, понимаете? И он также лауреат и участник многих фестивалей и конкурсов. Но вот то, что я, например, недавно видела, это презентация альбома и клипа, первого клипа, такой группы, очень странным образом, которые уживаются действительно звезды джаза. Это Антон Давидянц, Федор Досумов, гитарист, и они играют вместе с французским барабанщиком Жан-Люка Панти, Домианом Шмидтом. И недавно состоялась презентация, волшебная совершенно, они увидели всех. И у него тоже было, я там тоже была. С какой исторической фигуры вы себя отождествляете? Это из вопросика Пруссера, например. Он сказал, я есть я. Какой добродетель вы считаете наиболее переоцененной? Он сказал, добродетель. Ну и ваш девиз? Он сказал, естественно, это очень хороший девиз. Все будет хорошо.
Я хочу ваши аплодисменты для Григория Рапетяна. Обязательно надо сказать. Готовься. Надо сказать, что Григорий Арапетян – это мультимузыкант. Я первый раз услышала его на губной гармошке. Мы вместе музицировали, это было удивительно, это было здорово, правда. Но при этом это барабанщик сборного оркестра Советского Союза Большого Цирка, который играл в ансамблях «Арарат» и «Регуни», в квартете Ашота Парнакяна, простите. Участник легендарного джазового фестиваля в Тбилиси в 88 году. Он сотрудничал и с Сергеем Манукяном, и на данный момент является промоутером джазовых концертов. И все это Григорий Арапетян. Антоша, я сейчас понимаю, у тебя сольная. Сейчас, видимо, что-то будет удивительное, какая-то магия. Антон Давидян сыграет сольную авторскую композицию. То есть совершенно не авторскую. Thank you.
Айрапетян, я тоже задавала вопрос по вкусу. Вам очень интересно ответил. На вопрос, что считаете наибольшим достижением жизни, он ответил: рождение дочери. Отдельный поклон женщин. Что вам больше всего нравится? Не нравится. Он ответил: лесть. Замечательно. Если бы после смерти вы бы могли вернуться в виде какого-нибудь человека или вещи, что это было бы? Он ответил бы: я бы повторил все сначала. А можно? Вот. Теперь я хочу пригласить на сцену талантливейшего музыканта, талантливейшего пианиста, также лауреата множества фестивалей и конкурсов всероссийских и международных. Я лично помню на своей памяти прекрасный концерт, по-моему, «Трубачка», да, со своей народом. Да, и Давидян там, кстати, тоже прекрасно музицировал. А это Тигран Петросян. Григорян, я так и знал, что со мной это случится. Тиграша, ничего личного. Тигран Григорян! Слушай, я почему-то о шахматах задумалась. Потрясающий музыкант, музыкант, который переиграл со множеством джазовых и не только джазовых звезд, сам является весомым музыкантом, хоть и незаметно. На первый вопрос, как вы представляете наивысшее счастье, он ответил: оно не может быть абсолютным в обыденной нашей жизни на Земле, а вообще счастье, основа счастья, сказал Тигран, это здоровое, главное здоровье, и большая семья. Да. День, когда вы были наиболее счастливы, это был прекрасный ответ. В детстве, в советском детстве, в Баку. И на третий, я прекрасно понимаю, потому что, слушай, помнишь, какие были культурные мекки, фактически, Баку, Тбилиси, Ереван? Да, да. И на третий, последний вопрос, чем больше всего любите заниматься, он ответил: путешествовать с родными и близкими. Путешествую в музыке. Thank you.
Хочу поблагодарить, я забыла поблагодарить место, в котором мы собрались. Замечательное джаз-кафе, кофейня Эссе. Спасибо большое. Очень уютно, очень по-джазовому. И позвольте мне пригласить, это особо для меня приятно, потому что я безумно люблю следующего исполнительницу. Это Маргарита Пазаян. Это мало аплодисментов, потому что это фантастическая певица, несмотря на юный возраст, она покорила своим голосом очень многих уже. Я первый раз познакомилась с ней, она постоянно резидент известного такого течения, как джаз-паркинг, который
Ну, случается у нас, по-моему, раз в месяц. Да? Абсолютно без всякой финансовой поддержки она пробилась до полуфинала аж Евровидения. Выступила потрясающе совершенно. Удивительная певица. Очень красивый человек. И она тоже, знаете, ответила на три вопроса по-прусски. Я ее спросила, какой вещью дорожите больше всего? И она ответила, телефоном. Очень тебя понимаю. А потом она говорит, Марьяш, скажи, пожалуйста, что не просто телефон как вещь. У меня столько замечательных людей, которых не хочется терять. И вся жизнь там. На самом деле, современный мир таков. Да. Второй вопрос. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Она отлично ответила. Все, что мне дал Бог, мне все нравится. И третий вопрос. Что вам больше всего не нравится? Она сказала, все, что сковывает свободу мыслей и действий. Маргарита Решата Казаян. Добрый вечер. Очень приятно ощущать себя частичкой этого замечательного мероприятия. Всем благодарна. Спасибо вам, ребят, что дали возможность сегодня здесь спеть. Можно чуть не громче, но это попасть. Even more than
your fingers, that's not me. Is your mouth a little weak when you if you
Спасибо. Большое счастье, это наблюдать просто. В свою очередь хочу еще раз выразить благодарность организаторам этого концерта. Организаторам концерта, коими являются Министерство культуры Российской Федерации, при поддержке творческого объединения ВИП-концерт и Art Beat Music, информационной поддержки портала armjazz.net. Вы знаете, на сцене находился еще один удивительный и будет находиться в течение концерта музыкант очень тонкий Вардан Бабаян, перкуссия. Это очень интересный музыкант. Это, помимо того, что это перкуссионист и барабанщик, он прекрасный музыкант. Он играл и с Анатолием Герасимовым, и с Алексом Ростовским, и группой Vision of Sound, Анной Королевой. Недавно у него был концерт с афганским музыкантом Фаридом Каюми. Он участник множества фестивалей и очень трогательно говорил о недавнем туре с музыкантами из Зайну Синдикат, с которыми он тоже имел честь выходить на сцену. На вопрос «Ваша любимая поездка» он ответил: «Недавняя поездка в Тхимбар». Красота. Вот что он сказал. О чем вы больше всего жалеете? Он говорит: «Жалею о том, что не могу изменить в мире похоже». И на третье, что считаете своим наибольшим достижением? Гриша. Он также ответил: рождение своих двух дочерей. Я удаляюсь, не останавливаюсь. Они соображают на троих.
Я знаю, что сейчас у всех защемит сердце. Потому что я напоминаю, что это концерт армянского джаза. Но я не знаю ни одного русского человека, испанского, еще любой национальности, человека, который, услышав этот звук, не сошел бы с ума. И у него тоже не заболело сердце. Звук не было. Thank you.
Oh,
Лома Мэнна. Да? Можно. Да. Не-не-не, почему? So sad. I want to try something I never had, never had a kiss me. Oh, oh, now we listen. Thank you.
Конечно, обязательно. У нас импровизация, как всегда. Алик, помоги мне, пожалуйста, представить великолепного пианиста. Пожалуйста. Здравствуйте. Карен Гаспарян. Поднимите, пожалуйста. Советский Союз. Нагорный Карабах. У меня, между прочим, тоже горный Карабах. У меня бабушка Лукасян из Шуши. А не рабы тоже шушинские. Thank you.
джаза. Да, что-то колоссальное, какой кайф пошел. Настоящий. Я вызываю на сцену, прошу выйти на сцену под ваши аплодисменты Маргариту Аришату Пазаян. И мы с ней... И мы с ней споем совершенно неизвестную песню. Даже объявлять не буду. Кто хочет, потом я напишу название. Thank you.
света. Не буду больше говорить, у меня уже записочек не осталось. Я не успела ответить ни на один вопрос по просьбе. Но я... Это надолго. Я не умею быть краткой, к сожалению. Вот. Я хочу сказать, что с вами было так тепло, так восхитительно, как со старыми друзьями. А здесь много старых друзей, действительно. Я надеюсь, что все, кто смотрел это в прямом эфире на livemusic.pro, я еще не привыкла, тоже получили тот заряд, который здесь. Я с удовольствием спою вам Мишеля Леграна. How do you keep the music playing? Thank you.
Я простоял на сцене с такими великолепными